случилось. У нас открыли пляжи сегодня, и мы едем на пляж. На улице отличная погода, жарко, правда, но ничего, это еще цветочки. Вишенки будут впереди. На сам пляж Пальмахим, куда мы хотели поехать, вход закрыт, но можно пойти на пляж от кибуца. И говорят, что там открытый вход, и все нормально, можно проходить и купаться. Так что мы сейчас пойдем туда и отдохнем. Вот такой вот кибуц за городом, как раз на берегу моря. А море вон там, внизу виднеется. Сейчас подойдем поближе и посмотрим. Первый раз за сезон идем к морю, и чувствуется легкий мандраж, что это было запрещено. Теперь ты можешь спокойно заходить в море, и наконец-то это все закончилось. Вот оно, красивое голубое море. Уединенный кибуц на берегу моря. Такой вот спуск, не совсем удобный, конечно, ну какой есть. למשל בבת ים והרצליה נכנסים לחוף רגיל וחופשי, זה מה ששמעתי. פריקול הציל פלאש טורקד להשיג את המפסולקה. Там сеть какая-то плавает рыбацкая, походу. Вот. Сегодня небольшая волна есть, и поэтому вода не совсем прозрачная. Вот, кстати, там я нырял с очками, и там виднелись разломы плит каких-то. Как видно, людей на этом пляже немного, потому что это считают частным пляжем. И поэтому отдыхающих здесь не так уж много. А я так думаю, что жители кстати, на въезде на пляж Пальмахим стояла охрана из трех патрульных машин и полицейских. И туда категорически был запрещен въезд. И хорошо, что нам попались группа молодых парней, которые сказали, что можно спокойно пойти на этот пляж, но надо оставить просто машину на проезжей части. То есть не на проезжей части, а на остановке. Все равно сегодня шаббат, и общественный транспорт не ездит, и машину можно ставить где угодно. Вот, и пройти сюда. И хорошо, что мы так сделали, потому что я так понял, что даже сюда зайти проблема. И полицейские за этим следят. Но, к счастью, нас принесло, и мы спокойно зашли сюда и отдыхаем.
отдыхали мы часик на пляже, покупались в море. Море классно, супер. И пора домой. Спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, пока-пока. Выполнено. Купальный сезон 2020 года открытый.